работать. Сокольников, немцы. Работать с угольником Смирсона. Будем работать с угольником Свенсона. Вот так вот он выглядит. Этот угольник. Вот. Здесь у нас имеются вот такие картины. Вот такие картины у нас имеются. С левой стороны. Мы сейчас сделаем картины фабричные. Сделаем картины фабричные. До этого мы померим, сколько у нас дней. И сера, значит, нам надо 25. 25. Открываем наш уголок с линзами. Чертим линию 25 миллиметров. Вот у нас есть. Признаем. У нас ножницы пеликан. Вот так вот они выглядят. Похожи на пеликан. Такие. Здесь груер гайка. Ножницы самозатачивающиеся и очень долго служат. Так, нам надо 35 положить, да? 35. Поработать этим. 35. Вот у нас 35. У нас эта линия. Вот у нас линия. Параллельные линии чертят. Это как рисунок. Так, сейчас будем. Так, что мы делаем? Мы сейчас делаем малую отгибку. Так, у нас зажимов нет, мы сейчас попробуем. Без зажима. Сейчас будем нарезать. И без зажима попробуем это сделать. Вот, закрепили. Можно зажимами, можно саморезами. И вот такими вот, значит, это у нас роликовый листогиб, двойной, вот видно, что он двойной, и у него скошенные ролики, вот, скошенный двойной листогиб, скошенные ролики. Вот у него фирма Лука продает их за 96 тысяч. Сейчас мы отогнем 5 миллиметров. Так, не 5 миллиметров, а 9. Так, 10. 10 мы сейчас отогнем. 10 миллиметров. Так, 10 миллиметров. Нам надо отогнуть здесь. В общем, что мы делаем? Мы делаем. У нас, если взять нашу картину,
нашу картину, если взять, то у нее имеется вот, если взять нашу картину, вот она у нас так идет, профиль картины, так, так, здесь у нас отгибка, а здесь у нас Г отгибка. Здесь у нас 35 миллиметров, здесь 45. Вот. Если взять это, перевести с немецкого фальс, слово фальс, получается, что вот это 35 унтер, фальс. А здесь Uber, подгибка, Uber фальс. Вот. И мы сейчас будем делать вот этот Unter фальс, 35 миллиметров. Ну, это все. Есть. Если мы возьмем выкройку немецкую. Вот есть немецкая выкройка. И вот на ней вот это все зафиксировано. Мы возьмем выкройку от Рейнфинка. Смотрите. Я просто перевожу. С немецкого. Так. Здесь у нас получается. Вот у нас. Немецкая выкройка в открытом доступе, это интерактив, Тегеза онлайн и обливое, это выкройка картины, Трауф от Плюс Штейт Рунд Папир Фальц Мюстер, ну это вот как раз есть выкройка картины, карнизный свес, окончание гребня, вот здесь у нас написано 45 Оберфальц, 25, 11, 10 и 35 Унтер Фальц, 9, 25. Вот. Обер Фальц, 45 и Унтер Фальц, 35. Вот так вот. Так что фальц по-немецки это что? Это отгибка, отворотка, отогнутая кромка. Вот как переводится слово «фальц». А не как там в Википедиях. Пазы какие-то там, непонятно. Кровли, фальцевые кровли. Это ключевое слово «фальц». А в русском языке, у нас есть со словом «фальц» только определение. Фальц одинарный, фальц двойной. Это по степени уплотнения. Фальц лежачий, фальц стоячий, это по виду, лежит, стоит, двойной, одинарный. Нет у нас малых фальцев и больших. Большой фальц – это большой замок. Уже по-русски фальц – это что? Это соединение картин в замок. Фальц, дословно по-русски, это замок. По-немецки фальц – это отгибка, отсюда вся путаница. Бюндер фальц. Примыкание. Бюндер – это примыкание. Фальц – отгибка.
Вот такое немножко языковое отступление. Вот. Но это полезно, потому что это развивает человека, делает его более адекватным, культурным и так далее. Так, ну мы отвлеклись с Бюндерфальцем, всеми делами. Так, у нас тут накрывается Бюндерфальц. Бюндерфальц у нас 35 мм, или отгибка 35 мм, или Г-отгибка я называю, или Г-шка. П-фальц. Ну как сказать, П-фальц, Г-фальц. П-фальц. То есть такая смесь немецкого с английским. Смесь немецкого с английским. Так, ну ладно, мы сейчас будем сейчас тогда настраивать. Так, что мы сделаем? Мы сейчас отогнем сейчас согласно нашему чертежу. Так, что у нас тут? Так, согласно нашему чертежу, мы отогнем 10 миллиметров. Так, 10 миллиметров отогнем. Так. 10 миллиметров. Вот они. У нас будет, нам надо отогнуть сначала сюда, если мы сюда подвинем, то есть, значит нам будет еще раз отогнуть. Нам выгодно сейчас отогнуть сюда, 10 мм. Так, 10 мм. Так вот она выглядит. Так, откладываем сейчас. Берем раствор 10 миллиметров на нашем прекрасном твоем. Ну и совсем поэтому не так просто. Вот так вот 10. Зажимаем. Так, поднимаем. Какой стороной? Вот этот у нас, там где скошенный ролик, там у нас подъем. То есть верхний всегда должен быть скошенный ролик. Скошенный ролик верхний. Заводим, конечно. Расстояние очень маленькое. Ну, так попробуй. Попробуй бендер, надо же. Так, бендер попробуй. Ну, так он жмёт. Мягко идёт. Ну, так Александр делает эти бендеры. Действительно классно. Ну, вот 90 градусов. Скошенный ролик даёт больше 90 градусов. Ну, нам 90 хватит. Вот здесь вот что интересно, здесь расстояние вот это вот между стержнями, очень важно вот это расстояние. Оно сделано так, что мы можем делать картины. И делать и П-отгибку. Ну, Г-отгибку мы сейчас сделаем, без проблем. Вот. Сейчас мы берем раствор 25 берем. Берем.
25. Так. Ну, проверим сейчас. Сейчас проверим. Так, ну 25, четко. Немножко закручиваем скошенный наверх. Начинаем. Так. Проверяем, значит, у нас сюда согнулось. Так, согнулось. Правильно. Очень мягко идет. Просто компонентно. Хорошо. Так, там у нас идет.